Прошедшее воскресенье стал завершающим днем для четырехдневного праздника юмора и песни «Made in Ukraine» в Юрмале. Замечательное настроение, у всех замечательные отзывы. Спасибо всем большое. Нам это очень приятно. Спасибо. Балдис, балдис, если быть более точным, да. Организаторы фестиваля «Квартал 95» привезли в Латвию юмористов и звезд шоу-бизнеса. Не забыли захватить с собой и сало, и горилку. Среди выступающих на заключительном концерте фестиваля на сцене Дзинтери выступили Потап и группа «Мозги», Тина Кароль, Оля Полякова, победительницы Евровидения Руслана и Джамала, группы «Время и стекло», «Пьяно бой», «ВВ» и «Дзидзьо». На этот раз Алексей Потапенко выступил без Насти, но с экспрессивной группой «Мозги», сумевшей разогреть многонациональную публику Дзинтери. Эффект закрепила главная блондинка Украины Оля Полякова, блиставшая экстравагантными нарядами и откровенным шоу с балетом. Вдохновитель проекта Владимир Зеленский посетовал на холодное море Балтики, но поблагодарил публику за теплый прием, открытость и отзывчивость. Была озвучена идея сделать фестиваль ежегодной традицией. По словам организаторов, около трети посетителей фестиваля – этнические украинцы, приехавшие поддержать своих соотечественников не только из Украины, но и России, Белоруссии, Германии и других стран, и, что самое приятное, из Эстонии тоже. Украинская символика и атрибутика здесь имела особое значение. Гости фестиваля не только несли флажки, раздаваемые у входа в зал, но и приходили на концерты, облаченные в вышиванки и желто-синюю гамму. Латвия, Юрмала, Николай Маслов, специально для программы «Точка просчета», телеканал «Арсент».